Не только отдохнуть, но и приобрести новые знания. Молодежь Ненецкого округа пользуется такой возможностью уже не первый год. Активисты и те, кто просто хочет узнать чуть больше о сфере деятельности, которая их интересует, могут принять участие в форумной кампании за пределами округа, получить массу новой информации, познакомиться с новыми людьми и просто хорошо провести время. Тему продолжит Елизавета Кабанова. Шанс оказаться в кругу таких же активных людей, чтобы поделиться опытом и узнать много полезной информации, у молодежи Ненецкого округа есть благодаря участию в федеральных молодежных проектах. Таврида, Евразия Глобал, а также множество других форумных площадок, где можно не только повеселиться, но и получить багаж ценных знаний. Сотрудники телеканала «Север» ежегодно участвуют в молодежных форумах. Форумы – это всегда про людей, и особенно этот, когда ты можешь пообщаться с людьми с разных стран, разных национальностей и разных культур. Также превосходно выстроена образовательная программа. Ты можешь прокачать свои скиллы и просто что-то новое узнать на площадках образовательных. Также прекрасно выстроена культурная программа, то есть там нет ни минуты покоя, ни минуты сидения на месте. Всегда какой-то движ, какие-то активности. Медиа, экология, музыка, технологии – это далеко не все сферы, которые могут быть представлены на форумах. Человеку просто нужно выбрать ту, которая ему по душе. И вот, собрав чемодан, при этом не потеряв стремление к саморазвитию, молодежь может окунуться в этот захватывающий процесс. А на некоторых форумах можно даже получить грант на реализацию собственного проекта. Для молодежи, в принципе, очень хорошая есть возможность на молодежном форуме именно защитить свой проект и получить грантовую поддержку на реализацию своего авторского проекта. Там все достаточно просто, просто нужно заполнить заявку, защитить проект сам и дождаться результатов, и там уже как жюри выберут, либо ты победил и выиграл деньги, либо же все-таки проиграл и просто получил достаточно хороший опыт. Попасть на форум очень просто. Тут на помощь приходит сайт АИС «Молодежь», адрес которого вы видите на своем экране. Здесь необходимо зарегистрироваться и подать заявку на понравившуюся форумную площадку. Участие в форумах могут принять граждане России от 18 до 35 лет, но все зависит от самого форума, бывают и исключения. Всестороннюю поддержку молодежи Ненецкого округа может оказать региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Региональный центр молодежной политики покупает билеты, за наш счет делается ПЦР-тестирование для участия в форумах, мы отправляем ребят, соответственно, также возвращаем их. Всего лишь нужно подать заявку, пройти отбор, и мы покупаем билеты и отправляем вас на форум. Основная форумная кампания идет с мая по сентябрь, но это не значит, что в остальные месяцы не проходят никаких мероприятий. Актуальную информацию всегда можно найти на АИС «Молодежь». Чем не хороший повод выехать за пределы округа на пару дней, при этом не только отдохнуть, но и поучиться. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, телеканал «Север».